Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам-ФМ, программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней передачи – кадры решают все. Так, креативно мы попытались назвать ее. Кадры решают все, утверждаем мы до сих пор. И мы говорим сегодня о рекрутинговом бизнесе, рекрутинговом агентстве в России. И мой гость сегодня, с удовольствием его представляю, это Алексей Миронов, директор по стратегическому развитию кадрового холдинга «Анкор». Добрый вечер, Леш. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, я напоминаю для вас, что вы можете всегда принять участие в нашей беседе, задать вопросы гостю. Телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495. А также можно свой вопрос написать на сайте finam.fm. Еще раз повторю, как мне кажется, тема очень интересная для подавляющего большинства наших слушателей, ну и, наверное, подавляющего большинства граждан России. Ну и первый вопрос, Леш, вот это утверждение, оно идет еще из давних-давних времен, эту фразу, да, мы многократно слышали. До сих пор ли это так? Действительно, что кадры решают все? Да, и решают еще больше. Кадров требуется все больше, и потребность в человеческих ресурсах очень растет. Угу. Ценность персонала для компании очень велика, и большинство работодателей, большинство бизнесменов понимают, что до тех пор, пока они не имеют у себя в команде квалифицированных специалистов, они не могут побеждать в конкурентной борьбе на рынке. Угу. Поэтому я бы согласился с этим утверждением и даже сказал, что оно еще больше актуально приобретает. Да. Ну так ли получается, исходя из этого, что бизнес, о котором мы сегодня говорим, бизнес кадровых агентств, востребован и успешен? Да, рынок российский рекрутинговых услуг или стаффинговых услуг еще называют, очень растет существенно за последние годы. Это постоянно рост ежегодный порядка 20, иногда и 30%. Каждый год общий объем рынка прирастает. В этом смысле это наглядная иллюстрация того, что потребность в услугах кадровых компаний, рекрутинговых агентств достаточно велика. То есть это прежде всего исходит из того, что профессионалы востребованы на любом рынке, да, в любом бизнесе, и б, что сейчас, ну, опять, если позволишь, ментальность, что ли, да, нашего россиянина, она поворачивается в сторону того, что надо не обзвонить своих знакомых, не повесить объявлений на столбе «ищу работу», да, обратиться к профессионалу и в конечном итоге. Да, зачастую кадровые агентства – это один из единственных, может быть, даже единственный путь или немногих путей того, чтобы попасть в какую-то крупную компанию, во-первых. Во-вторых, большинство западных, в частности, компаний, да и российских крупных бизнесов, они предпочитают нанимать персонал посредством кадровых компаний, кадровых агентств. В силу того, что... То есть в этом случае, извини, да, вот я, допустим, представлю себя как, ну, не владелец, как отвечающий за... кадры некого бизнеса, и ко мне обращается человек, ну, условно, со стороны, либо по рекомендации, или предлагает мне его кадровый агент. То есть в этом случае у меня будет некая дифференциация, я, скорее всего, выберу того, да, о котором говорит агентство. Ну, как правило, кадровое агентство дает вам выбор. То есть вы можете найти наилучшую возможность нанять того или иного сотрудника. То есть, ну, фактически найти наилучшего кандидата на рынке. В данном случае с вашим другом, возможно, вы ему доверяете, возможно, он опытный и так далее. Но кадровое агентство, проведя определенный поиск на рынке труда, скорее всего, позволит вам выбирать из наилучших возможных вариантов. И в этом смысле это преимущество. Да, в этом случае я кадровое агентство уже доверяю с точки зрения того, что оно мне... абы что не предложит, правильно? Да, да. Одна из задач кадровых агентств – это идентифицировать наиболее подходящие для вас кандидатуры на рынке труда. То есть мы договариваемся изначально, да, я как клиент обращаюсь в кадровое агентство и говорю, мне нужен вот такой-то специалист, желательно с таким-то уровнем знаний, умений, с таким-то опытом работы и так далее и тому подобное. Да, вы формируете профиль. Фактически вы формируете профиль той или иной работы, под которую вы хотите нанять сотрудника, даете этот бриф представителю кадрового агентства, и он в соответствии с этим профилем осуществляет поиск на рынке труда. После того, как он идентифицировал некоторое количество кандидатов, его задача отобрать из них наиболее подходящих для вас. Для этого проводятся всевозможные интервью, телефонные интервью, личные интервью, ряд других оценочных мероприятий. Вы получаете то, что называется шорт-лист. Ну, фактически небольшой список наиболее подходящих для вас кандидатов, после чего уже вы вольны выбирать из них наиболее для вас подходящего. А вот эти кандидаты у кадрового агентства, они каким образом формируются? Как осуществляет поиск агентства само?
Ну, во-первых, у развитых, у крупных агентств есть база данных, и она на ежедневной основе обновляется. Вот та самая история, когда говорят, я разместил, как это называется, вакансию, да, я разместил свое резюме, я разместил свое резюме на каком-то сайте. Да, вот. да, безусловно. В основном многие агентства используют источник вот такой, как своя собственная база данных для поиска кандидатов, при условии, что эта база данных регулярно обновляется. И фактически кандидаты имеют возможность присылать ежедневно в эту базу данных свои обновленные резюме. Есть ряд других источников, есть то, что на рынке называется прямой поиск, когда осуществляется поиск работающих сотрудников и фактически им предлагается перейти в компанию конкурента и так далее. Есть ряд других источников. Здесь даже есть специфическое название, да? Да, хедхантинг это называется, да, это достаточно регулярно используется и будет вот эта тенденция однозначно расти. В этом есть нет никаких морально-нравственных, я бы сказал, аспектов таких тонких, нет? Вы знаете, это же бизнес. Бизнес есть бизнес. Бизнес есть бизнес. Как говорят, ничего личного, только бизнес. Ничего личного, только бизнес, да. В данном случае, если человек принимает решение покинуть компанию ради конкурента, скорее всего, конкурент смог предложить ему что-то, что не смогла предложить эта компания, и в этом смысле побеждает на рынке сильнейший. Так что это, наверное, справедливо. Правильно ли я думаю, что решающим в этом предложении будет количество нулей в зарплате? Нет. Но если мы говорим о менеджерах достаточно высокого звена, зачастую деньги как раз вторичные. И они покупают задачи, покупают уровень бизнеса, вызовы, которые перед ним могут поставить там акционеры или генеральный директор. То есть самоутверждение, да? Здесь я достиг некого потолка профессионального, да? А здесь я еще могу развиваться. И это очень часто происходит. На самом деле деньги далеко не всегда являются определяющим фактором. Если он увидел какие-то интересные задачи, сейчас заскучал, скажем так, немного, то даже при условии сохранения уровня компенсации он будет готов перейти к конкуренту для того, чтобы строить дальше свою карьеру, какие-то новые проекты реализовывать, ну и так далее. Хорошо, HeadCount — это интересная штука. И какие еще есть? Агентство достаточно активно используют интернет, социальные сети за последние годы очень таким актуальным источником поиска кандидатов стали. Практически каждую программу в той или иной степени, я просто немножко отвлекусь, в той или иной степени упоминаем социальные сети. Да. Действительно, вот весь бизнес, я такое впечатление у меня создается, целиком перемещается постепенно именно туда. Ну, неизбежный на самом деле тренд. И, безусловно, найти информацию о том или ином человеке сейчас в интернете очень легко. Даже если вы услышали откуда-то, что в такой-то компании работает интересный для вас потенциальный кандидат, всегда легко посредством социальных сетей всего лишь, да, не надо искать его телефон, абсолютно, как раньше, да, абсолютно, куда-то ехать. И можно сразу много про него узнать, да, то есть есть же социальные сети не только профессиональные, такие как LinkedIn, а есть Facebook и ВКонтакте и многие другие, где и с такой личной точки зрения много-много чего о человеке можно узнать. В этом смысле для рекрутинговых компаний это очень такой вот интересный источник поиска кандидатов. Кстати, вот рекрутинговые компании обращают внимание на личностные какие-то вещи, потому что ставится задача все-таки профессиональная, а потом в процессе, да, выбора, ну, вы прежде всего как посредники, вдруг выясняете, ну, или не вдруг выясняете, что вот есть такие тонкости. Безусловно, это очень важно. Если мы, например, говорим с вами о поиске молодых специалистов, где требований к профессиональному опыту практически нет. Ну, человек только со студенческой скамьи встал, он еще не накопил какого-то опыта работы, то как раз здесь вот личностные требования преобладают. Там адекватность, ну, там какие-то коммуникационные навыки и тому подобное. Совершенно верно, совершенно верно. Леш, я тебя прерву, извини, у нас есть звонок, чтобы не держать слушателя. Давай поговорим с ним. Роман, добрый вечер, говорите. Да, здравствуйте. Значит, хотелось бы вот что сказать. Вы знаете, я сталкивался с рекрутинговыми агентствами очень много, вот. И удачно, и неудачно, по-разному. Но единственное, что тенденция заметил, очень мало квалифицированного персонала в самих агентствах. Так. Вот. А в чем это выражается? Рома, в чем это выражается? Вот вы как этот вывод сделали? С вами неприятно разговаривали, как-то грубовато или что еще? Нет. Чисто по профессиональным качествам. То есть они неверно оценили мои компетенции. Они неверно оценили компетенции потенциального, в смысле, требования потенциального работодателя. Вот, и пытались нас поженить, хотя, в общем-то, мы там условно два мальчика, да? Вот. Ну, то есть у вас не было любви, давай так назовем это. Вот, значит, когда сидит девушка, очень приятная, милая, хорошо общается, ей 20 там с небольшим лет, и она пытается найти на высокую позицию в IT-сфере специалиста, пытается с ним разговаривать и задавать вопросы, ну, вы понимаете, что... Не, ну подожди, ну у тебя, может, у самого просто предвзятый взгляд такой. Ты увидел девушку красивую, 20 лет, и понимаешь, что от нее, кроме ног, да, и чего-то, ничего другого... Да нет, я ж не шовинист. Я как понял. Раз вот именно по профессиональным вопросам, да, у меня были случаи, когда меня
значит, как бы посылали на собеседование в крупной известной компании. Мы приходили, смотрели на, там, на работодателя потенциального, сжали друг другу руки, говорили, ну, хоть кое-что попьем, потому что оба понимали, что, в общем-то, это явно не то, ни с одной, ни с другой стороны. То есть в этом случае вот этот непрофессионализм, что изначально тебя пытались, как ты выяснил, не на той жене, да? Не так позиционировали меня, не так и писали мне вакансию в компании, вот, ввели в заблуждение, по сути дела, вот, и в дальнейшем я понимаю, что, да, в базе у них я есть, причем международная компания рекрутинговая, да, вот, в базе я у них есть, но я понимаю, что шанс то, что они в следующий раз не ошибутся, или, например, мимо меня не пройдет какая-то вакансия, подходящая прям исключительно для меня, как будет создана, да, вот, ну, то есть, скорее всего, может повториться. Конечно. Рома, вот еще один вопрос тебе, потом я дам возможность Леше прокомментировать, а не связываешь ли ты это с тем, что это действительно вот иностранная была компания, и несколько иначе она смотрит на российские... Вы знаете, там, на самом деле, и рекрутинговая была международная, не сказала иностранная, да, она была представительство в России, в Москве, вот, и работодатели, как правило, были тоже иностранные международные компании, их представительство, собственно, в России, вот, поэтому они вроде должны были разговаривать на одном языке, и я в то время работал тоже в международной компании, в представительстве в России, поэтому я думал, что мы на одном языке говорим, да. Оказывается, нет. Странно, что у вас не сложилось, действительно, как-то, вы все вроде в одну тему, они... Ром, спасибо за вопрос, сейчас мы слушаем новости на радио Финам-ФМ, а потом Леша прокомментирует все, что ты сказал, спасибо. Уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир. В эфире Финам-ФМ «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим о бизнесе рекрутинговых агентств в России. В гостях у меня Алексей Миронов, директор по стратегическому развитию кадрового агентства, кадрового холдинга, прости, Леш, «Анкор». Ну, это разные вещи все-таки. Холдинг круче, чем просто агентство. Холдинг просто больше. Больше, ну и круче. Значит, я напомню, телефон в студии на всякий случай, хотя я предполагаю, что все его давно уже знают. 65-10-99-6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, спрашивайте, задавайте вопросы. Только что мы послушали вопрос, да, нашего постоянного, видимо, да, слушателя. Прокомментируй, пожалуйста. Да, Роман, спасибо, во-первых, за ваш звонок. Вполне типичная, к сожалению, для рынка ситуация, но важно понимать, вам, наверное, просто не повезло. Важно понимать, что мы имеем дело с растущим рынком. А рекрутменту нигде не учат. Нет вуза, который готовил бы специалистов по подбору персонала. Поэтому в эту профессию приходят люди с разным образованием, разным уровнем опыта и так далее. Во многом агентства вынуждены сами обучать подобного рода сотрудников, поэтому вы, скорее всего, столкнулись с тем сотрудником, которого пока не доучили правильно работать, понимать профиль вакансии. Причем, смотри, ведь вроде само агентство на верном пути, да? Вот оно посадило симпатичную девушку, понимая, что это создаст ту атмосферу, да, которая благоприятна будет. А профессионализма пока у нее этого нет. Этого мало, да. Потому что ключ к успеху рекрутингового агентства как раз в том, чтобы консультанты агентства, вот эти самые рекрутеры, они хорошо понимали и, с одной стороны, профиль вакансии, могли бы на одном языке говорить со своим заказчиком, клиентом, и могли бы качественно оценивать кандидата, понимать, о чем он говорит, посмотреть на его опыт работы, какие-то навыки и так далее. Профессионализм консультанта в этом случае крайне важен. Слушай, ну, мне кажется, что это как минимум человек должен быть, ну, если не в возрасте, то умудренный каким-то опытом. Так и есть. И успешные консультанты, которые работают в ведущих кадровых агентствах в России, работают в этом бизнесе уже более 10 и даже 15 лет. И они, ну, что-то называется, собаку съели. Потому уже. Потому что выучить это все нельзя. Да. Это нужно через себя, это нужно пройти. В этой связи очень важна у агентства достаточно четкая специализация, когда консультант занимается подбором специалистов в одном конкретном направлении, будь то там продажи или какое-то банковское дело, или фармацевтика, к примеру, и так далее. Так проще формировать вот этот профессионализм. Как правило, это ключ к успеху, потому что в данном случае консультант может наработать то, что называется экспертизу профессиональную, и это очень важно. И, соответственно, те, кто приходит только со студенческой скамьи, конечно, им очень трудно. Они могут очень в общем посмотреть на резюме, на профиль вакансии, но не соотнести как бы одно с другим. Как пазлик, они пытаются вот, да, вот это вроде подходит и подходит. Ну, давайте попробуем. Но не очень понимают, о чем идет речь. Да, картинки разные. За рубежом вот опытные рекрутеры, которые в этой профессии работают, они фактически могут всю жизнь проработать в разных кадровых агентствах и даже на пенсию выйти. Вот в России пока это как бы не очень принято, да и рынок молодой. Но за этим будущее. То есть вот это вот, да, твое сравнение с Западом, то есть у него...
такая вот жизненная профессия, что называется, да? Он всю жизнь вот этим занимается, естественно, вот этот опыт, который у него за спиной, позволяет ему... Да, ну, вот смотрите, в России все-таки даже самые такие опытные, самые старые, скажем, агентства существуют порядка 20-22 лет, вот в том числе Анкор, в котором я работаю. То есть всего лишь есть смысл добавить, да? 22 года, да. Но в то время как крупные международные игроки, которые лидеры в мире, они существуют порядка там 60-70 уже лет. Угу. И опыт в этом смысле они, конечно, накапливают достаточно большой. И люди, которые там работают, они имели физически возможность поработать в этой профессии несколько десятков лет. Вот Россия пока развивается, этот рынок, но он развивается большими темпами. Ну вот Роману, что бы ты посоветовал? Ну, понятно, это у него такой опыт. Ну, в данном случае ему просто не повезло. То есть, в данном надо обратиться в другое агентство. Это даже, возможно, не проблема этого агентства. Это проблема конкретно этой девушки, с которой он столкнулся. Поэтому, скорее всего, там можно пожелать, чтобы в следующем агентстве, куда он придет на собеседование, был бы профессиональный консультант, который будет понимать, о чем идет речь. Спасибо, Леш. Значит, просьба следующая у меня к тебе. Следующий вопрос, ну, немножко о кухне, что называется, о внутреннем, да. Что есть бизнес вот этот рекрутинговый? Что это такое? Если говорить о том, как монетизируется этот бизнес, наверное, да, то в данном случае услуги агентства всегда оплачиваются работодателем. С кандидатов деньги никогда не взимаются ни в каком размере, ни за какие услуги. Все услуги для соискателей бесплатные. И по факту выхода кандидата на работу, если мы как агентство закрыли вакансию, работодатель выплачивает агентству определенный гонорар. То есть он с ним должен подписать договор, да, контракт? Безусловно. Безусловно. В начале сотрудничества есть договор, в рамках которого прописаны общие параметры. Каждый заказ, то есть поисковый заказ на какую-то вакансию, он определяет соответствующим дополнительным соглашением или каким-то похожим документом к этому договору. Uh-huh. И это то, что называется success fee, когда гонорар выплачивается по успеху. То есть, когда трудоустроенный, когда кандидат, которого идентифицировало агентство и представило заказчику, выходит на работу, заказчик за это выплачивает агентству гонорар. Я где-то читал, что существуют некие гарантии еще, что он должен проработать на этом месте или не должен. Не совсем, что он должен. Да, то есть, да. Заставлять человека, конечно же, нельзя. Безусловно, но да. Такое понятие, как гарантия, существует. В зависимости от уровня закрытой вакансии, срок гарантии может составлять от 3 до 12 месяцев. И смысл гарантии в том, что если трудоустроенный кандидат покидает компанию, куда его трудоустроило агентство по какой-либо причине, ну, кроме там сокращения штатов и так далее, то агентство обязуется осуществить бесплатную замену. А причины, вот их, наверное, множество все же, они могут быть, ну, как в таких случаях, да, это страховой случай, это не страховой случай. Ну, вот не страховым случаем, единственное, что может считаться, то, что я сейчас сказал, это какое-то сокращение штатов, может быть, закрытие компании, ну, какого-то такие вот, такого рода объективные факторы, где вот, ну, объективно сказать, что агентство плохо сработало, да, и нашло не того, нельзя. Конечно. Как правило, это ситуации, при которых работодатель был не удовлетворен тем, что ему подобрали, или сам соискатель сказал, извините, но мои ожидания были другими, и ушел. Вот в данном случае наступает гарантия, и агентство обязано этого человека заменить. Я понял. Смотри, ну, стандартный, да, такая схема взаимоотношений. Есть заказчик, это некая компания, да, есть, ну, в данном случае вы как агентство посредник, и есть, да, в конечном итоге будущий сотрудник, да, клиент. А можно эту цепочку, или бывают такие случаи, когда цепочка иначе выстраивается, наоборот. То есть я хочу найти работу, я обращаюсь в кадровое агентство, и вы мне предлагаете вот... В любом случае монетизация бизнеса будет такой же, как я сказал. Деньги соискателя взиматься не будут в данной ситуации. По крайней мере, в традиционных рекрутинговых компаниях это не принято. Но если у агентства есть достаточно развитые, скажем так, партнерские отношения с клиентом, то нередки ситуации, при которых агентство рекомендует хорошего специалиста на рынке труда, даже если под него вот сию секунду вроде как вакансии нет. То есть, если агентство звонит своему заказчику и говорит, вот есть такой интересный сотрудник, не хотел бы ты на него посмотреть, он может быть тебе полезен. И тогда, опять же, если этого сотрудника берут в итоге на работу, агентству выплачивается гонорар. Такое принято. А агентству кто выплачивает гонорар? Все равно работодатель. Он об этом знает, по крайней мере. Да, так тоже принято. Смотри, есть забавный вопрос, ну, немножко в тему, наверное, да, несколько в тему то, о чем мы говорим. Если в агентствах, в рекрутинговых, ну, вот в кавычках слово, если в таких агентствах подстава, Что имеет в виду наш слушатель? Может ли кто-нибудь в агентство дать на лапу и попросить, чтобы только мое резюме рассылали с пометкой «суперсотрудник»? Есть и такой, ну и как это выявить? Ну, нет, это не принято. Это не принято. Репутация агентства в этом отношении крайне важна. Все-таки это сервисный бизнес. Агентство не продает ничего, что можно потрогать, только услугу. Поэтому в этом смысле репутация агентства перед клиентом, да и перед рынком труда, ну, гораздо важнее, чем трудоустройство какого-то конкретного сотрудника за какие-то... По блату, как раньше деньги, называли. Да. Да. Ну, и нет, потом все равно же это откроется. Конечно. Да? Это не принято, и я ни разу не слышал о подобных ситуациях. Понятно. Хорошо, давай еще один вопрос я задам, и, собственно, дальше мы пойдем.
разговаривая о бизнесе. А если частные рекрутинговые агенты, да, они работают одни, это не фирмы, это специалисты, вроде частных сыщиков почему-то. Да, это один из трендов рынка, это называется фрилансеры, то есть сотрудники, которые, например, получили хороший опыт в крупных кадровых агентствах и приняли решение, ну, не создавать свой бизнес, но работать вот такими фрилансерами. Ну, как минимум, у них есть наработки, правильно? Да, у них есть контакты связи с клиентами, то есть есть какие-то клиенты, которые этим конкретным персоналям доверяют, и у них есть опыт или инструменты поиска для них кандидатов. Это распространенный тренд российского вот рынка рекрутмента на сегодняшний день, и я думаю, что таких фрилансеров будет все больше. Вполне такая развитая тема. Ну вот и как раз говоря о трендах, давай мы, собственно, эту тему сейчас коснемся. Mm-hmm. И единственное, у меня к тебе просьба, поскольку мы уже упоминали, да, ну и как правило упоминаем, все время смотрим за бугор, вот там этот бизнес, да, как правило, mm-hmm. имеет уже какой-то более продолжительное время развития, у нас меньше, и вот из этим какие отличия основные? Ну, смотрите, весь мировой рынок стаффинговых услуг — это 400 с небольшим миллиардов долларов. Mm-hmm. Вот вся емкость мирового рынка. Емкость российского рынка примерно 1,4 миллиарда долларов. То есть наша доля в общемировом рынке весьма скромна пока. Ну, для сравнения, американский рынок — это где-то 117 миллиардов долларов, а в России 1,4. То есть в 100 раз меньше, чем в Америке. При этом, если говорить, да, что наполняет этот рынок, я имею в виду в людском ресурсе, то он сопоставим. Ну, даже иногда это будет больше в сторону России, в пользу России. То есть, если мы, например, сравним наш рынок с рынком Великобритании, который больше 30 миллиардов долларов оценивается, а у нас 1,4, mm-hmm. то понятно, что по объему населения Россия будет далеко впереди. Или там, если сравнивать с Германией или Нидерландами, mm-hmm. где тоже весьма и весьма рынки значительные. С одной стороны, это не очень хорошо, потому что это иллюстрирует неразвитость российского рынка, но с другой стороны, это здорово, потому что рынок развивается очень быстрыми, потенциал есть, очень, да, бурными темпами. И если мировой рынок за последние вот пару лет, он не развивается быстро, то есть темп годового роста порядка 2-3-4% примерно всей мировой емкости, то, как я говорил, российский рынок развивается 20%, 25%, может быть, даже 30%. В некоторые годы был средний ежегодный прирост всей емкости российского рынка. Ну, например, по оценкам экспертов, в 2010 году емкость была 1,1 миллиард, а в 2011 году уже 1,4. То есть рост весьма и весьма значительный. Рынок очень серьезно растет. Это хорошо, то есть потенциал очевиден. И тем не менее, вот отличия есть какие-то ключевые, ну, связанные либо с ментальностью, либо с какими-то объективными вещами? Безусловно, безусловно. Ну, во-первых, вот почему вообще такие цифры? Степень проникновения невелика. То есть, если за рубежом огромное количество вакансий, которые есть на рынке труда, в принципе, включая даже государственный сектор, они отдаются кадровым агентствам, то в России этот процент невысок. Mm-hmm. И вот это однозначная точка роста для российского рынка. То есть, в целом, количество вакансий вообще, которые ежегодно на российском рынке труда закрываются работодателями, оно вот там какая-то достаточно наверняка большая цифра, то по оценкам экспертов доля рекрутинговых агентств не превышает 7, максимум 8% от этого количества. В чем здесь причина? Почему? Незрелость. То есть работодатели, то, что вы говорили выше, когда там я своего друга приведу, да, или еще что-то такое. Да. То есть по-прежнему многие компании стараются закрывать вакансии своими собственными силами. Приведи друга, там еще какими-то другими инструментами. Но и это так вот далее. Здесь в подсознании, или это просто способ сэкономить деньги, потому что надо же платить будет посреднику? Это и то, и другое. Но рынок их, так сказать, подстегнет к этому. Все-таки в России демографическая ситуация не очень хорошая, и мы с каждым годом все меньше имеем на рынке труда вот соискателей просто, да, а потребность в них, то есть спрос, он растет. И вот это вот эти кривые, они будут в разные стороны развиваться в ближайшие годы, поэтому рынок будет подстегивать работодателей обращаться за помощью к профессиональным рекрутерам для того, чтобы они искали соискателей на рынке труда. Вот на Западе они уже этот путь преодолели и понимают, что гораздо эффективнее даже заплатить деньги, но обратиться к стороннему поставщику, который достаточно быстро сделает такой поиск на рынке труда и предложит лучшее, чем то, что вы сами могли бы найти среди своих друзей, знакомых и так далее. Россия пока просто в начале этого пути, поэтому вот проникновение рекрутмента на рынке не такое большое. Но это и хорошо для бизнеса рекрутинговых компаний, потому что этот бизнес растет ежегодно. Ну, ощущается, что, ну, я условно говоря, да, есть некое количество ближайших конкурентов, и тем не менее места много еще. Да. Места очень много, и на самом деле вот все крупнейшие рекрутинговые компании, которые работают в России, они прирастают не за счет того, что друг у друга, ну, скажем, воруют клиент. Да. Не за счет этого. Скорее, они прирастают за счет того, что все новые и новые компании обращаются к ним и испытывают ту или иную потребность в их услугах. То есть сам рынок достаточно серьезно расширяется, и поэтому и само количество рекрутинговых компаний тоже растет. То есть можно говорить о том, что рекрутинговая компания все равно есть какой-то предел, да, который она может, ну, условно говоря, там...
А кучить? Ну, в России пока трудно о таких цифрах говорить, все-таки, я думаю, Леш, я прошу прощения, мы сейчас слушаем новости, да? Потом продолжим. Ну что ж, мы продолжаем наш сегодняшний разговор. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам-ФМ, программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Алексей Миронов, директор по стратегическому развитию кадрового холдинга «Анкор». А говорим мы о бизнесе рекрутинговых агентств в России. Тема сегодняшней программы – кадры решают все. И, собственно, с этого мы начали. Леша подтвердил, что это утверждение до сих пор еще актуально. Вот сейчас давай мы тогда с этого начнем. За эфиром мы сейчас обсудили некую интересную, мне кажется, тему временного трудоустройства. Расскажи поподробнее, пожалуйста. Это тоже достаточно сильно растущий рынок. На протяжении последних нескольких лет достаточно активно кадровые агентства стали получать заказы на предоставление временных сотрудников. Здесь мы говорим не о подборе персонала, а именно о предоставлении сотрудников. Когда сотрудник находится на какую-то временную работу и трудоустраивается в компанию на какой-то ограниченный период времени. Это может быть даже несколько часов. Но, как правило, это несколько дней, недель, месяцев, может быть, полгода и так далее. Это очень серьезно растущий тренд, потому что на Западе, в общем-то, принято даже для менеджеров высокого уровня работать на каких-то временных проектах, переходить из одной компании в другую. В этом смысле работодатели получают определенную гибкость. Ну, не секрет, что есть компании, у которых есть сезонность, например, производственных процессов. Да, в какой-то период им необходимо срочно нанять, а потом им эти люди не нужны. Есть целое количество разных ситуаций, при которых работодатели испытывают потребность именно во временных сотрудниках на какой-то участок работы, на проект, на какой-то период времени. И это тоже одна из значительных точек роста для бизнеса рекрутинговых компаний, потому что, как правило, найти одновременно большое количество временных сотрудников самостоятельно крайне трудно. Угу. Равно как и потратить силы на то, чтобы их оформить на работу там, и так далее. Вот это тоже принято отдавать, то, что называется, на аутсорсинг, да, рекрутинговым компаниям, и они в этом случае подбирают сотрудников именно на временные такое, на какие-то временные проекты. Ну и вот в России насколько это востребовано? Пока проникновение крайне невелико, то есть фактически, может быть, несколько десятков тысяч всего человек, может быть, 50-70 тысяч, такие цифры звучат на рынке, ежегодно работают через рекрутинговые компании на таких временных проектах. Ну, понятно, что это капля в море. За рубежом это огромный рынок, и фактически крупнейшие мировые рекрутинговые компании до 70% своих доходов вообще по всему миру зарабатывают именно на временном персонале, который они предоставляют на проекты. Ну, значит ли это, что в России, в принципе, временное трудоустройство не так развито. Да, это действительно точка роста, потому что тренд, темпы, с которыми растет именно временная занятость, они опережают в общем среднерыночные темпы. Я говорил о том, что весь рынок растет процентов на 20-30 ежегодно, так вот здесь рост может достигать 50, даже 70% ежегодно. То есть все больше компаний заинтересованы в определенной гибкости. То есть им интересно достаточно гибко оперировать своей штатной численностью, привлекать сотрудников на какие-то конкретные задачи, давать им возможность выполнить определенный участок работы, потом куда-то на другое место переключиться. То есть в этом смысле это характеризует в целом темп роста российского бизнеса. То есть в общем и целом компании хотят быть более гибкими и сотрудников, так сказать, стимулируют, чтобы они тоже такой гибкий. Компании хотят, это очевидно, а хотят ли будущие работники? Не очень, да. Безусловно, российский гражданин привык к стабильности. Он привык к тому, что он трудоустроился. Да, есть трудовая книжка, она лежит где-то, там печать, пенсия, там сейчас мы об этом... Постоянный бессрочный контракт и так далее. Конечно, здесь определенное образование необходимо, еще такое обучение, что ли, для рынка труда, что ничего страшного в этом нет, и можно вполне эффективно получить опыт работы в разных компаниях. Но да, вы правы, сотрудники пока не с большим желанием соглашаются. Мы скорее говорим о таких молодых специалистах, которые могут даже, пока они, например, учатся в ВУЗе, на временных проектах поработать в каких-то компаниях, получить заветный опыт и, получив диплом, уже с этим опытом прийти к работодателю и трудоустроиться, опять же, на постоянную работу. Я вспоминаю советские времена, часто увольнявшихся и устраиваешься, назвали бабочками. Что ты порхаешь как баба? Найди уже себе работу нормальную. Да. Что ты несерьезный какой-то. Сейчас это нормально. Конечно, два года новой работы. И уже не потому, что ты не устроил или тебя что-то не устроило. Просто ты идешь вперед. Не считается уже ничем таким зазорным, экстраординарным. Да. Я понял. Вернемся к специфике, собственно, вашего бизнеса. Есть такой вопрос замечательный. Учитывая, что общение с людьми
с людьми, как известный, да, говорил персонаж. Работают ли в кадровых агентствах психологи? Да, много, много работает психологов. Я говорил выше, что рекрутменту нигде не учат, и невозможно в ВУЗе получить специальность подбор персонала. Психология, ну, близка достаточно, скажем, к этому, поэтому, да, есть такой тренд, что вот те, кто получает психологическое образование, приходят, они вполне эффективны бывают именно в оценке кандидатов. Нет, смотри, смотри, внимания и так либо, далее. Либо к вам приходит устраиваться на работу ваш сотрудник, да, имеющий диплом, ну, психологическое образование, да, или диплом ВУЗа. И вы с удовольствием его возьмете, ну и по сравнению с каким-то другим, у которого такого диплома нет. Либо у вас есть штатная должность психолога в какой-то момент, вот вы его приглашаете. Я понял. Да, может быть, я не очень правильно понял вопрос. Нет, вот тогда ответ нет. В рекрутинговых компаниях, как правило, выделенных психологов, которые занимались бы оценкой кандидатов далее, нет. Есть компании... Причем я представил сейчас, смотри, вот у нас студия очень похожа на западные фильмы, да, единственное, что у нас стекло прозрачное, а там, как известно, с одной стороны ничего нет. И вот мы сидим, психолог, а там посадили набор, значит, соискателей, и вот он определяет, да, этот нормальный, этот не очень нормальный. Это не бизнес рекрутинговых компаний, это отдельно рыночные ниши, есть компании, которые занимаются оценкой персонала. То есть есть специализированные структуры, которые помогают компаниям принять правильное решение при найме, и у них можно заказать такую так называемую оценку или assessment это называется. Это другие мероприятия. Это когда тесты какие-то наверняка, Там целый ряд, может быть, мероприятий, так называемые assessment-центры, которые целый день проводятся, где есть кейс-стади, нужно себя проявить как лидера, проявить себя как члена команды, проявить там еще что-то проявить. Это отдельная бизнес-ниша, она, как правило, не является частью бизнеса именно рекрутинговых компаний. Вы иногда обращаетесь, наверняка, да? У нас, да? Ну, в частности, у нас есть партнер компании, которую мы можем привлекать периодически в рамках потребностей там, того или иного из наших клиентов. Я понял. Так, смотри, еще вопросы есть у нас. Как выбрать хорошее рекрутинговое агентство как работодателю, так и работнику? Ну, мы не будем говорить, какое хорошее, хотя уже известно, как оно называется. Просто как, по каким критериям ты бы посоветовал? Работодателю выбрать несложно. Есть рейтинги, есть независимые исследования. Можно им верить рейтингам? Этого рынка. Ну, их много и разных, поэтому, по крайней мере, среднее арифметическое уже, так сказать, даст там с определенной, может быть, конечно, погрешностью, но тем не менее. Есть рекомендации, да, тут все агентства крупные всегда радостно предоставляют рекомендации от крупнейших своих заказчиков. И если это известные какие-то имена, то, опять же, если говорить о соискателях, здесь вот как раз друзья очень часто помогают. То есть здесь, как правило, люди опираются на отзывы в интернете, на вот тех самых там работных сайтах и так далее, и на рекомендации своих коллег, бывших коллег, знакомых и так далее. Вот то, что мы сейчас слышали, например, комментарий Романа, да, он наверняка и своим друзьям рассказал, что вот в этом агентстве был там такой-то у меня опыт. А кто-то что-то позитивное расскажет. То есть вот эта информация очень важна, и соискатели, как правило, вот таким образом выбирают, куда им обратиться, стоит ли с этим агентством иметь дело и так далее. Для работодателей все-таки все чуть полегче. Есть достаточно понятные там рейтинги исследования, есть рекомендации других таких же заказчиков, которым вполне можно там доверять, проверить, созвониться и получить какие-то комментарии. Ну, то есть все вполне классически. Разумно, да. Все вполне так адекватно, я бы сказал. Еще один вопрос. Не хочу работать в России, вот один из наших слушателей пишет. Ну, правда, например, не хочу работать. Я думаю, это еще не окончательное решение. Например, не хочу работать в России. Принимают ли зарубежные агентства резюме? Как попасть в список рекрутинговых агентств за рубежом? Возможно ли это? Да, однозначно принимают. Как правило, международные рекрутинговые компании стараются иметь единую базу данных. И есть возможность для российского гражданина, когда они его резюме заносят в базу данных, указать, что он хотел бы работать в такой-то стране или в таких-то странах. Как правило, даже вот в России, обращаясь в международные компании, или, например, в нашей компании есть стратегический партнер, это международная такая же компания, есть возможность ему предлагать какие-то варианты трудоустройства в других странах. А вот это единая база данных, это нормально, это правильно? Это хорошо, это потому хорошо, что есть миграционные потоки, и люди достаточно регулярно переезжают, не только в рамках России, но и за пределами России. То есть, конечно, международные компании достаточно активно заинтересованы в том, чтобы людей перевозить из одной страны в другую, особенно ценных специалистов. Я просто к тому, что, как правило, мы говорим всегда, да, информация владеет, да, кто владеет информацией, владеет миром, то есть база данных — это такой эксклюзивный вариант, и я, естественно, никому не хочу разглашать. Сейчас, это другая история. Нет, база данных для самого агентства, это, да, такая закрытая штука, туда никого внешнего не пускают. Ну, это действительно один из активов фактически основных любой рекрутинговой компании. Это знание о кандидатах и контактах с клиентами там, и так далее. Это эксклюзивная информация, естественно. База данных — это одна из ключевых ценностей фактически любой кадровой компании.
Я понял. Хорошо. Значит, вернемся тогда к вопросам о бизнесе в целом и пару слов буквально о законодательстве, о как регламентируется это в России, ну и, может быть, опять сравним с зарубежным опытом. Ну, если мы говорим о классическом рекрутинговом бизнесе, то есть подбор персонала на постоянной основе, это нелицензируемый вид деятельности, порог входа в рынок очень небольшой, то есть фактически ничего для этого не нужно, никакой лицензии получать, специальных разрешений не нужно. Что касается вот временной занятости, особенно в ситуациях, когда трудоустраивая временного сотрудника, агентство выступает для него работодателем, то есть оно его как бы нанимает к себе и на разные проекты, так сказать, куда-то направляет, да, это тоже сейчас нелицензируемая деятельность, но достаточно активно в последнее время обсуждается возможность какого-либо законодательного регулирования вот этого блока. Там есть разные точки зрения у профсоюзов, у Российского союза промышленников, это связано с тем, что и так далее. Вот это в себе риски какие-то, да, большие таит. Ну, я так понимаю. Да, есть, решили отрегулировать. Есть опасения, что в данном случае, предоставляя вот такого сотрудника и держа его у себя в штате, кадровая компания может не обеспечивать его всеми необходимыми там льготами, выплаты для него, за него делать, социальные какие-то налоги и так далее. Есть такой риск, скажем так. А получается, что этот сотрудник к кадровому агентству привязан? Да, если он работает на временных проектах, да, в разных компаниях, то, как правило, он юридически является сотрудником на срочном трудовом договоре кадровой компании и работает в различных организациях на временных проектах. Тогда в юридическом плане кадровое агентство несет за него всю ответственность, включая налоговые выплаты и так далее. Вот здесь есть риск того, что оно может этого не делать. И законодатель в этом смысле этим риском обеспокоен, поэтому сейчас идут обсуждения на там, правительственном уровне, в Государственной Думе, о том, чтобы ну, некое законодательство вот, было бы. За рубежом, как правило, такие законы есть. Есть конвенция Международной Организации Труда номер 181 о заемном труде, она называется. Есть там ряд подзаконных актов в разных государствах. По-разному, на самом деле. Я не могу сказать, что везде, вот так сказать, это прям вот разрешено. Есть но страны, там схема та же, да, что временщик, он привязан к агентству. Да. Да. Как правило, если компания привлекает временного сотрудника на там несколько недель, ну, никакой заинтересованности нанимать его к себе на работу, потом увольнять и так далее, нет. Поэтому, как правило, да, он покупаются только руки, а юридическим нанимателем для него выступает, как правило, именно кадровая компания. Ну и, соответственно, у работодателя какие-то взаимоотношения с кадровым агентством, вот, на предмет... Сервисный договор. Это просто договор на оказание услуг. То есть в данном случае предоставляется тот или иной сервис посредством направления, ну, как, например, вот аудит, когда проводится, да, аудитор выезжает на территорию компании, там проводит несколько дней или недель физические работы на территории там с компанией клиента, но юридически он продолжает оставаться сотрудником аудиторской компании. Ну, такой вот можно пример привести. Да, тут примерно то же самое. Примерно так же, да. Хорошо. Еще какие-то тонкости есть в законодательстве? Нет. Законодательство в остальном все регулируется трудовым законодательством. В этом смысле ничего здесь сложного конкретно для рекрутинговых компаний нет. Я понял. Хорошо, мы говорили о том, что конкуренция, ну, правильно ли я скажу, если нет, проправь, невелика на этом рынке в России, невелика конкуренция, потому что есть, да, еще возможность занять свою нишу, как в таких случаях говорят, там, найти свой бизнес. Ну, как мы знаем, конкуренция штука относительная, да, все по-разному всегда про это говорят. Хорошо. Ну, вот смотрите, по разным оценкам в России работает от 1 до 1500 рекрутинговых компаний. То есть вроде бы много. Но вот, например, если взять Сингапур, да, это фактически всего один город, да. Там 2200 кадровых компаний всего, а в России на всю Россию в два раза меньше. В Великобритании по разным оценкам от 14 до 17 тысяч работает кадровых компаний. В России, опять же, 1000, ну, 1500, может быть. В этом смысле, если, опять же, говорю, что эта штука относительная, то конкуренция невелика. Ну, и, как я говорил выше, степень проникновения невелика. Поэтому на определенных рынках, в определенных городах... В Британии 14 тысяч, они вот охватывают весь этот рынок, да? Ну, или большой по сравнению. Всем есть чем заняться. Всем есть чем заняться, да. А у нас 1500 и относительно... И потом, помните, я говорил про специализацию компаний. То есть есть компании, которые подбирают только банковский персонал, есть, которые только там для товаров народного потребления. И у них может быть своя конкуренция. А есть региональные компании, которых нет в Москве, но они присутствуют, например, в Екатеринбурге или в Петербурге, или где-то еще. У них другая конкуренция, они с другими компаниями конкурируют, поэтому эта штука относительная. А региональные, они базируются именно по географическому принципу? Ну да, есть так называемые вообще локальные игроки, которые присутствуют только в одном городе, например. Лёш, сейчас мы продолжим, слушаем новости на Финам.ФМ и затем... Итак, друзья мои, продолжаем наш сегодняшний эфир. Бизнес-класс на радио Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Говорим сегодня о... бизнесе рекрутинговых агентств. Алексей Миронов в студии, директор по стратегическому развитию кадрового холдинга «Анкор». Давай я вопросик один интересный предложу, Леш. Предположим, пишет Иван,
Проснусь утром и решу стать рекрутинговым агентом или открыть свое агентство, мало того. Ну как? Проснусь утром, не нравится. Вечером я еще не уверен в этом, да, а утром вот оно, созрело. Ну, как это сделать и сложно ли это сделать? Физически ничего делать не нужно, арендовать офис и, так сказать, найти сотрудников, найти клиентов. То есть, в принципе, порог входа, как я говорил, в этот рынок небольшой. Но масштабировать этот бизнес и системно зарабатывать на нем деньги крайне нелегко. Потому что для этого вам нужно иметь, во-первых, доверительные отношения с рядом клиентов, которые постоянно давали бы вам заказы. Uh-huh. Это не просто, это вопрос доверия и наработки этого опыта. Во-вторых, вам нужно... То есть, они, да, вот он проснулся, но они должны быть уже эти люди-то. Ну, если мы говорим о клиентах, о заказчиках, да, которые давали бы вакансии, да, может найдется какой-то, который скажет, ну хорошо, давай я тебе дам две вакансии, попробуй. Но добиться того, чтобы он системно все свои вакансии или часть хотя бы, ну системно, ежемесячно отдавал бы вам в работу, нелегко. Это нарабатывает с опытом. И второй такой серьезный вызов — это людей нанять. То есть самих вот рекрутеров и консультантов, да. Их тоже нужно найти, обучить, как-то их работу структурировать, заниматься ими. То есть вот в этом смысле на каких-то малых цифрах, когда у вас есть два рекрутера и там один-два клиента, это не сложно и не требует больших инвестиций. Но если вы захотите это масштабировать, тем более, например, делать бизнес не только в Москве или в каком-то другом городе, но сделать его межрегионально, вот это уже требует достаточно большого опыта. И поэтому агентства, которые добились больших объемов, оборотов на рынке, их не так много. А вот маленьких очень много, это как раз несложно. Я понял. Есть у нас еще один звонок, послушаем. А, Евгений, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Здрасте, я хотел бы вот, я даже не знаю, с чего начать свой вопрос. С главного, как говорят. Очень странная, да, в такой ситуации. Где-то, наверное, больше 3 лет я не могу найти работу. Кому бы я ни обращался, значит, и к самым именитым агентствам, и к маленьким. Вот. Хотел бы, может быть, какого-то совета в этом смысле. Хотя, надо сказать, что за этот период советов, конечно, я выслушал массу. Ну, а вы сами в чем оцениваете вот эту неудачу? Почему вы не можете найти? Вас не устраивает работа, вы не устраиваете работодателя, да, как вот Роман говорил, никак любви, отношения никак не созреют. Или, может быть, я предположу, Женя, извините, конечно, не хочу вас обидеть, за 3 года вы просто уже привыкли к этому положению и уже не особо хотите, может быть, устроиться на работу. Ну, нет, это не совсем так, хотя, конечно, это приятно, ничего не делать. Конечно. Вот. Но, тем не менее, значит, ну, у нас же как будет вот там необходимость в хлебе насущном, от нее никуда не уйдешь. Ну так в чем причина, как вы думаете, вот того, что не можете найти? Вы виноваты или кто-то другой виноват? Ну, даже не это вопрос таким образом. Мне кажется, просто я вот не могу найти, вот с одной стороны я вижу, что я достаточно квалифицированный там. Хорошо, в какой профессии вы квалифицированы? Ну, скажем так, планирование, финансы, учет. У вас образование есть специализированное? Ну да, есть. Есть, да? Вы работали по профессии, по специальности? Да, я работал по специальности, вполне успешно. Так, а потом вы начали искать новую работу, потому что вас не устроила зарплата. Да? Ну, можно и так сказать, но просто мы вот расстались там с работодателем. В том смысле, что, ну, я ушел из компании, в которой работал. Вы хлопнули дверью при этом? Да нет, я бы не сказал, у нас, в общем, неплохие. То есть я не портил ни с кем отношения. За 3 года забылось уже, наверное. Ну, видишь, вспоминает с трудом же. Если бы это было так, то, наверное, ничего страшного. Ну, да. Сейчас бы, наверное, уже ничего страшного не было. Но, тем не менее, мы как бы и расстались вполне полюбовно. Вот. Мне кажется, что просто вот никак не могу найти работодателя, который бы... Ну, разглядел бы, я не знаю. Хотя, когда смотришь на мое резюме, вот я смотрю на свое резюме, мне кажется, что я бы взял такого специалиста с руками оторвал бы, да? Спасибо. Да, именно так. Понял. Хорошо, Женя, спасибо. Сейчас Лешу послушаем, он прокомментирует. Спасибо. Ну, спасибо, Евгений. В защиту Евгения могу сказать, что, в общем, такой тренд присутствует на рынке труда. Требования к кандидатам очень растут. Компании хотят найти идеал. Вот конкуренция высокая. Прямо именно так формулируют они? Все хотят, да, хочу вот найти такой, знаете, идеал. Вот кандидат мечты. То есть, если уж я плачу агентству, я вот хочу, чтобы прям вот все. Леша, извини тогда, извини. Вот у меня просто это завело сейчас, твоя формулировка. А как он выглядит, этот идеал?
идеальный кандидат? Очень ты... по-разному, на самом деле. Это... И хуже того, что у одной и той же компании этот идеал может выглядеть по-разному. Директор по персоналу может хотеть одного, а там нанимающий менеджер или генеральный директор, uh-huh. финансовый директор, который вот может быть нанимателем для Евгения, он хочет другого. Ну это объективные какие-то показатели? По-разному бывает. Бывает и субъективные, но, как правило, все-таки объективно. Компании хотят побеждать в конкурентной борьбе. Они хотят, чтобы человек пришел и сразу начал давать результат, создавать добавленную стоимость фактически. Uh-huh. Поэтому uh-huh. Действительно есть такие вот в целом хорошие ребята на рынке труда, но их все равно не берут, потому что вот нужен какой-то супер, и они готовы искать дольше. Uh-huh. Тем не менее, вот 3 года все-таки очень большой срок, и это, знаете, как стандартно с любым товаром. Или товар не тот, или цена не та, или что-то подобное. Здесь никаких хитростей, каких-то законов нет. То есть uh-huh. если на рынке есть спрос, а он есть, и он растет на самом деле, то, видимо, просто что-то какая-то проблема с товаром. То есть uh-huh. или он какими-то не теми качествами обладает, или цена у него не соответствует этим качествам. Что-то подобного рода. То есть Жене надо подвинуться все же, да? Да, здесь наверняка могут быть не те компании. Может быть, нужно посмотреть на компании другого профиля, другого уровня, другого масштаба, может быть. Может быть, нужно не претендовать на самую там высокую позицию, а немножко пониже посмотреть. Может быть, с компенсацией вопрос там с деньгами. Тут, может быть, целый ряд факторов, это вполне нормально. Ну, это логично, конечно, потому что, может быть, действительно, ты сам, ну, это, что тут удивительного, мы все так... в отношении себя, что мы, естественно, самые лучшие. Ну, поскольку, если никак не находится, да, предложение, ну, надо немножко... корректировать. Планку сдвинуть, да, начать с чего-то, а потом ты на новом месте, все увидят, боже мой, оказывается, ты же вон какой, ты же не просто Евгений, ты супер Евгений. И сразу пойдешь по карьерной лестнице, и, естественно, это... Хорошо, хорошо. Так, Леш, значит, мы некоторое время назад говорили о специфике вот конкурентной борьбы mm-hmm. на российском рынке. Если можно, продолжим. Вот мы говорили о региональном развитии бизнеса этого и так далее. Ну, чем отличается одна компания от другой? В чем вообще конкуренция? Есть буквально 3 таких базовых вектора. Во-первых, mm-hmm. это территории, то есть покрытие в рамках России выигрывает на рынке та компания, у которой максимальные покрытия. Она физически может искать персонал на удаленных территориях, mm-hmm. там в Сибири, на Урале, Дальний Восток, какие-то другие. Выглядит ли это так, что есть заказ, ну, условно говоря, московской компании, да. в Москве не нашелся достойный кандидат, и вы нашли его. Бывает, и очень часто. Тем и вы более, делаете что... ему предложение, от которого он не может отказаться, он переезжает в Москву. И... Желание переезжать у каких-то там сотрудников с Дальнего Востока, с Урала, с Сибири достаточно велико. Хотя и обратный тренд есть. Из Москвы, из Петербурга тоже едут там ради каких-то карьерных высот, денег и так далее. Но тем не менее. Вот первый фактор — это территориальная представленность. Во-вторых, это покрытие вот индустрии или рынков. Когда, помните, я говорил про то, что специализация есть, когда говорят о том, что компании хорошо понимают, как искать там банковских специалистов, как искать специалистов в той или той другой области. То есть вот наличие специализированных каких-то консультантов uh-huh. или групп, которые что-то делают вот в этой отрасли, тоже очень велико. И в-третьих, это портфель продуктов, ну то есть услуг. Подбор менеджеров высшего звена, менеджеров среднего звена. Бывает так называемый массовый подбор неквалифицированных специалистов там в торговую сеть, например, когда мы говорим о кассирах, продавцах, каких-то промоутерах, банковских каких-то агентах. Вот то это есть, специальные агентства делают или... Есть некие агентства, которые могут и то, и другое. И то, и другое. То есть есть специализированные компании, которые только в одном рынке и только под один профиль подбирают специалистов. Это небольшие какие-то компании. Есть так называемые дженерик или многопрофильные компании, которые одновременно на разных рынках uh-huh. и по разным категориям персонала. И высший уровень. Просто это разные люди делают в этих агентствах. Uh-huh. Есть специалисты, которые подбирают топов, а есть те, которые специализируются на работе с молодежью, с выпускниками, uh-huh. студентами там, и так далее. Вот этим одни агентства отличаются от других. Территории, портфель вот этих вот услуг или продуктов, и вот фокус на каких-то рынках и индустриях. Есть вопрос, кстати, смотри, вот в эту же тему. А какого уровня вакансии предлагают агентства? Ну, ты вот рассказал, да, и топы, и все что угодно. А есть ли государственные вакансии? Ну, как правило... Чиновник, я так понимаю, да? Как правило, да. Вот в традиционные кадровые агентства такие вакансии не попадают. Не попадают. Есть государственные, ну, скажем, структуры рыночные, которыми владеет государство, да, там, не знаю, Сбербанк, там, Росатом, uh-huh. Роснефть, вот такого рода, Газпром. То есть вот такие компании, они достаточно традиционно могут сотрудничать с рекрутинговыми компаниями. Если мы говорим о подборе именно чиновников, да. конкретно там, не знаю, преподавателя в университет или в том числе там врача. Ну, это не совсем чиновник. Чиновник это какой-нибудь глава управы. Я говорю плюс к этому, в том числе. Вот, то нет, это не принято. Вот в России пока это не принято. За рубежом, в Европе, в частности, в Америке, это огромный рынок. Есть компании, чиновники тоже, да? Есть компании, которые зарабатывают львиную долю своей выручки на сотрудничестве именно с государственными структурами, uh-huh. подборе клерков каких угодно, там, uh-huh. не знаю, в полицию, отставных военных, например, uh-huh. вот и так далее. Это достаточно большой рынок вот такой вот государственного сектора. В России пока это не развито. Ну,
каждый раз, когда я слышу, что да, из твоих уст, в России это не разница, я радуюсь. Конечно. Потому что, значит, мы будем это развивать. У нас есть куда двигаться, это нормально. Потенциал роста, безусловно, огромный. Абсолютно. Леш, ну и учитывая, что немножко времени осталось, вот у нас с тобой, да, последний вопрос, обозначенный в сегодняшней беседе, это перспективы развития. Ну, как ты видишь, да, развитие этого бизнеса, какие направления, какими шагами семимильными. Расскажи, пожалуйста. Ну, однозначно будут эволюционировать услуги. Вот то, что я говорил про временный персонал. Есть целый ряд всевозможных сервисов. Мы упоминали оценку персонала, какие-то вот такие оценочные мероприятия. То есть сами услуги, которые оказывают рекрутинговые агентства, они будут эволюционировать. То есть они будут становиться более сложными, более ценными для заказчиков и так далее. Угу. Во-вторых, само проникновение рекрутмента будет расти. То есть все больше вакансий от разных компаний, от государственных структур в том числе, будут отдаваться в агентство. Это однозначная такая точка роста. И в-третьих, наверное, все новые индустрии будут заинтересованы. То есть те компании, которые до сих пор традиционно не пользовались услугами рекрутинговых агентств, ну, например, какая-нибудь химия, да, или там авиастроение, какие-то такие новые, вот достаточно развивающиеся сейчас ниши, они тоже будут вот способствовать росту бизнеса рекрутинговых компаний. Те, кто вовремя подстроились, те, кто вовремя вот, так сказать, сориентировались, нарастили экспертизу и опыт, они будут расти. То есть вот новые услуги, новые какие-то рынки, может быть, новые индустрии. Ну, вот региональный фактор также важен, потому что в основном рекрутинговый бизнес из Москвы растет, где-то две трети всего рынка российского — это Москва. Примерно. Вот я думаю, что доля Москвы будет снижаться, в регионах российских тоже рынок будет весьма, весьма серьезно расти. Ну, смотри, вполне логично для того, чтобы, ну, вот, в частности, региональный, да, сегмент этот развивался, мы должны видеть, что там рабочая сила востребована. Ну, бизнес же идет туда. Если мы посмотрим, где открываются новые предприятия, где кластеры какие-то, где технопарки, например, строятся. То есть это способствует приходу туда крупных инвесторов, и приходя туда, строя заводы, склады, открывая какие-то исследовательские центры, они, безусловно, испытывают потребность в квалифицированных специалистах. Это логично, смотри. Ну и еще тогда, с такой точки зрения, вот это региональное развитие, да, будет ли оно развиваться следующим? Крупные агентства, такие как вы, будут значит, искать пути выхода на регионы? Или там будут непосредственно в регионах создаваться регионы? Ну, мы уже присутствуем в регионах, поэтому здесь скорее может быть такая M&A-активность. То есть там будут создаваться какие-то мелкие компании, они как только будут достигать порога на локальном рынке, они не смогут выходить, это требует больших инвестиций, они будут предлагать себя, то как бы... поглощаться. Да, и тогда такие компании, как мы, крупные, могут вполне охотно поглощать таких местных локальных игроков, наращивать долю рынка и развиваться таким образом. Я понял. Спасибо огромное, Леша. Еще раз я напомню, уважаемые слушатели, мы сегодня говорили о бизнесе рекрутинговых агентств России. В гостях у меня был Алексей Миронов, директор по стратегическому развитию кадрового холдинга «Анкор». Ну и самое главное, мне кажется, да, исходя из нашей сегодня беседы, Леша об этом неоднократно говорил, перспективы развития этого бизнеса есть, они огромны, и дай бог, чтобы он развивался. Спасибо тебе. Спасибо. Большое успехов в бизнесе, спасибо за внимание. Спасибо, всего доброго.